фонда. Ну, здесь вот он сам. Здравствуйте, нужна коробка. Коробка? Да, вообще у него есть. Сейчас я к Татьяне зайду. А у него бинт есть? Сейчас я посмотрю. Секат. Он за вами идет, давайте мы его у вас и поднимем. Если он за вами зайдет. Лучше, лучше у вас брать. Ну, таким... что, не берет? Ты так не пробовала? Позовите его, пожалуйста. Иди ко мне. Девочки, мы с города заехали, поэтому иди ко мне. У нас ничего нет. Иди ко мне, кот. Кот, стой. Стой, мой хороший, стой. Да стой ты, ради жопный кот. Так, позвоните его, если он вас знает. Я. Кот начал нервничать. В машине уже еле донесла. Фух. Да, кись? Ну все. Все, успокойся. Все будет хорошо. Бедный котик, он дети говорят. Ты бедный котик? М? Такие вот раны у него по всему телу. Клещ весь расчесанный. Ну что, ребят, Лиля, показывай ребенка. Уши страшные. Клещи я уже сняла, Лиля. Господи. Расчесанный клещ. Демодекон 100%. Бедный маленький. Все будет хорошо. Хорош. Да, устал. Маленький, все будет хорошо. Все хорошо, ребята. Ну что ж, кота забрали со святых мест, Талич. Да, Талич. Святой источник. Святой источник, да. Люди приезжают, я только не знаю, святым духом здесь питаться, душу наполнять. Чем? Или это одно название? А помочь коту некому. Столько народу приезжает. А помочь больному котику некому. Смотри, что творится. Видно? Смотри, Лев. Жуть просто. Все, поехали. Поехали. Мы едем в приют. Кот вроде подуспокоился, спокойно лежит. Да, спокойно лежит. Ну, ребята, он весь высохнет, у него шея вся. Мякает периодами. Очень сильно. Да, и мякает, да, Петруш? Жалко, ребята, он бы не выжил. Он бы не выжил, ребята. Он очень заражен. Нельзя бояться зараженных кошек. Нельзя, все это лечится. Лечится, друзья. И их жизнь в наших с вами руках. Приготовили место. Сейчас мы ему укулим антибиотик и обработаем инспектором. Доставай кота. Ты ему влажного корма тоже насыпаешь. Ставь его сюда. Ага. Не туда, стой. Да, снимай эту всю фигню. Тихо. Чтобы он потом не это. Все, кот молодец. Пускай его пока. Сейчас я его еще уколю. Чего? Вот не туда, вот сюда, да. Все.
Навестили кота. Неси пока влажный корм. Да, мой хороший, ты будешь кушать? Изо рта у него жутко воняет, во рту тоже у него. Дёсна воспалены. Не бойся, мой хороший, не бойся, не бойся. Собаки тебя не трогают, не бойся. Сейчас принесем ему еще влажный корм, сушку поставили. У нас заканчивается, кстати, сухой корм для кошек. Заканчивается наполнитель. Нам нужна помощь. Это, наверное, 293 код. А может и больше. Мы сбились со счета. У кота еще жуткие сопли. Сделала ему антибиотик. Лежит теперь обиженный. Да, мой хороший? Покажи мне свои. Котик, покажешь мне свои. Десна прям воспаленная. Рот открывает, воняет жутко. И не зря он открывает, вытаскивает язык. Да, вон десна видно воспалены. Не бойся, малыш. Не бойся. Видите, язык у него почти всегда, это значит, у него воспаленные десны. Кот, чего ты? Ты же начал кушать, передумал? Неси лоток, ага. Сейчас тебе лоток принесут. Кися. Еды тебя навалили прямо от души. Чересчур, да? Ну ладно тебе, ну чего ты загрустил-то? Чего ты загрустил? Все? Все хорошо?